сегодняшнего дня в крае сняли карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Причиной отмены ограничительных мероприятий в ведомстве называют снижение заболеваемости. К примеру, среди детей она снизилась на 35%. При этом, по данным того же Роспотребнадзора, меньше недели назад эпидемический порог в крае был превышен более чем на 37%. Да и к нам в редакцию обращаются жители региона, которые говорят, что больных еще очень много и стационары переполнены.